вот опять торжествует. Маразм торжествует, короче. Опять они эти столбы забивают. Короче, негде нам будет опять парковаться. Одно только радует, что вот этот выезд, его закрыли. Потом открыли. Слава богу, хоть мозгов хватило. Чтобы выезд этот открыть. А то без него жопа тут вообще. Заехать туда, к тем домам. Но открыли его, я так думаю, что, наверное, отчасти благодаря мне, потому что я пошел поругался туда в стройгородок, в этот, сюда зашел. И мне посоветовали позвонить застройщику. Я позвонил застройщику, а на сайте там мне посоветовала секретутка написать письмо на электронный адрес на имя какого-то, ну, главного там строителя. Но я написал письмо, и на следующий день выезд так совпало, я думаю, может, и не из-за меня, на следующий день выезд как бы вот освободили, что хоть можно заезжать, а то там узкий очень въезд, все время эти пробки образуются, жопа, короче. Ну, с одной стороны, выезд освободили, а столбики вбивают. Ну, на тротуарах, конечно, не надо ставить, но не хватает же карманов-то. Так, а куда мне надо ехать? Да, что ли? Бегом.